Здравствуйте! В этом обзоре хочу показать вам, как поменять пленку на дисплее мобильного телефона. У нас вот есть вот такой подопытный Galaxy S 4. Вот, пленка в нем уже такая зашмыганная. То есть некрасиво. Надо бы заменить. И присутствует вот такая вот пленочка Hoka Film Set. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что здесь внутри. Значит, внутри есть сама пленочка, вот она, есть микрофибра для того, чтобы протереть дисплей, и есть вот такая вот наклеечка, с помощью которой можно убрать всякий мусор с дисплея. Собственно говоря, начнем. Сдираем старую пленку, видим, что ситуация на дисплее, собственно говоря, аховая. Надо бы его протереть. Протираем. Как его включить? Вот так вот. Ну что ты будешь делать? Не хочет он. Опять выключаем. Вот, видим, что дисплей уже приобретает девственную такую чистоту. Ну, не совсем, конечно, девственную уже, потому что пользовались телефоном достаточно давно. Вот где-то так. Теперь, если остался какой-то мусор, для чего эти наклеечки, собственно говоря, берем наклеечку, пошли вот таким вот образом, убираем, может попасть какая-то пыль, грязь, чтобы она потом не оставляла пузырьков. Вот где-то так. Ну, а теперь, собственно говоря, приступим. Где у нас тут? Вот есть надписи. Front side, size, back side. Господи. Side и back side. Снимаем защитную пленку с задней части. И пытаемся попасть. Это делать надо тщательно, чтобы пленка легла ровно. Вот хотя бы где-то, наверное, так. Вуаля. Теперь видим, по сторонам остались у нас небольшие пузырьки воздуха. Их можно убрать пальцем. Если в случае с тем, что пальцем они не убираются, можно взять кредитку и разогнать все эти пузырьки. С защитной пленкой это, конечно, получается не очень удобно. Сейчас я ее уберу и разгладим. Как положено. Снимаем верхнюю защитную пленку. И видим, вот у нас есть пузырек. Убираем его. Вот пузырек. Убрали.
Вуаля. Совсем другой вид. Теперь можно не стыдно и в руки взять. Да и картинка преобразилась. Все стало намного ярче, красивее и четче. Вот такая вот пленочка. В нашем интернет-магазине есть такие пленки на разные модели телефонов. Поэтому заходите electronov.com.ua. Будем рады вас видеть. Спасибо большое за внимание.